Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах отсутствия аппетита у кошки. Отсутствие аппетита у кошки – это всегда сигнал для хозяина обратить пристальное внимание на своего мяукающего питомца. Такое поведение животного иногда бывает симптомом серьезных заболеваний, а иногда может возникать из-за вполне обычных ситуаций. Почему мяукающие могут отказываться от еды? Каковы самые распространенные причины отсутствия аппетита у кошек? Давайте разбираться. Некачественное и неподходящее животному питание – первая причина. Очень часто кошки отказываются от еды просто потому, что она не нравится им по качеству или свежести. Иногда мяукающие отказываются от привычного корма, потому что он надоедает им, и таким поступком они показывают, что хотели бы разнообразить свой рацион. Также отсутствие интереса к еде может быть связано с нечистотой мисок кошки или с сильным запахом моющих средств, исходящим от посуды питомца. Реакция на лекарства – вторая причина потери аппетита у кошек. Очень многие мяукающие начинают терять интерес к еде из-за продолжительного приема медикаментов. В большинстве таких случаев отсутствие аппетита является кратковременным явлением. Стресс. Третья причина – переезд, долгое отсутствие хозяина дома, появление нового животного или человека в семье – все это может привести к отказу кошки от еды. В таких ситуациях уделяйте вашему питомцу как можно больше внимания. Также не лишним будет и проконсультироваться с зоопсихологом. Он подскажет, как вернуть вашей кошке нормальное психологическое состояние. Жара – четвертая распространенная причина отказа кошки от еды. Очень часто в жаркие летние месяцы у мяукающих снижается или вовсе пропадает аппетит. При изменении температуры воздуха, как правило, нормальный аппетит кошки возвращается. Проблема в ротовой полости – пятая причина. Очень часто кошки теряют аппетит во время смены зубов. Как правило, в этом случае нормальный аппетит к мяукающему возвращается сразу же после завершения этого процесса. Также отсутствие интереса к еде может быть симптомом стоматологических заболеваний, например, гингивита или стоматита. Период после кастрации, течка или роды – все это также может приводить к отказу кошки от еды. Все перечисленные ситуации подразумевают серьезные физиологические и психологические изменения в организме, к которым мяукающим друзьям нужно время привыкнуть. Как правило, отсутствие интереса к еде в этих случаях имеет кратковременный характер. Серьезные заболевания внутренних органов также могут быть причиной отсутствия аппетита у кошки. Часто потеря интереса к еде бывает симптомом заболеваний желудочно-кишечного тракта, опухоли, анемии. Если ваша кошка не только потеряла аппетит, но и выглядит вялой, испытывает проблемы со стулом или страдает рвотой, незамедлительно покажите ее ветеринарному врачу. Причины отсутствия аппетита у кошки могут быть самыми разными, от ненесущих угрозы здоровью питомца до очень серьезных. Однако, вне зависимости от причины, хозяин должен обращать внимание на такое необычное поведение животного и пытаться всячески ему помочь. Ведь именно от действий владельца зависит, как скоро его мяукающий питомец вернется к нормальному питанию. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!